Доброе утро, друзья. Пятница. Не работница. Ну так, поработаем, конечно. Что у нас происходит? Да, у нас же выборы были. И сейчас идет такое, знаете, обсуждение. Как такое могло получиться? Значит, самые разные люди высказываются с самых разных позиций. Вот. И я с интересом наблюдаю, потому что, в принципе, ведь что получается? Всякая неудача – это возможность как-то скорректировать то, что ты делаешь не так. Правда? Неудача – это признак того, что ты что-то не так делаешь. И вот, значит, идет сейчас очень большая такая дискуссия там среди людей, которые такие продемократические, что у них вышло не так. Значит, я хочу так напомнить, потому что некоторые там говорят, что вот я там за Клинтон, и я там, вот я из проигравшей стороны, как бы. Я когда начал вообще всю эту избирательную тему, я тогда еще цитировал из Шекспира, из Ромео и Джульетты: «Чума на оба ваши дома», говорил я, потому что ни та партия, ни другая мне абсолютно, знаете, никакого, так сказать, возбуждения не вызывают доброго. И я зарегистрирован как независимый человек. Я не зарегистрирован как там демократ или там республиканец. То есть я когда на выборы хожу, я хожу как независимый. Поэтому никакой симпатии ни одна, ни другая партия у меня не вызывают. И кандидаты тоже. И, то есть в этом смысле я такой как бы обычный американец, потому что уровень неприятия, да, у обоих кандидатов где-то в районе 60%. То есть 60% американцев ни того, ни другого не любят, им не нравятся эти люди. Поэтому сказать, что кто-то там победил, даже если бы Клинтон победила, это не Клинтон бы победила, это победил бы, проиграл бы Трамп там, и вот та сторона. Или, соответственно, вот там, допустим, президентом стал Трамп, ну а что он там победил? Не говоря о том, что... Да, кстати, не говоря о том, что общие выборы, да, там, где мы не выборщиков считаем, а голоса избирателей, не просто Клинтон там набрала больше, а вот этот разрыв, он увеличивается по мере того, как идет окончательно не посчитаны еще все голоса. Вот Аризону уже досчитали, наконец, а Мишиган там буквально там несколько тысяч голосов, вот разница там очень близко идет. По-моему, там еще 4% не досчитали. Ну, где-то вот оно сейчас произойдет. То есть, теоретически может оказаться, что Мишиган, там большинство оказалось еще и демократов тоже. Это ничего не изменит. Ну, просто вот так, как бы очень, очень близко все. Как на волосочке. Поэтому общие выборы она выиграла. То есть, кто там чего выиграл, я не знаю. Проиграли все, кто был сверху. То есть, проиграла элита демократическая, проиграла элита республиканская. Вот эти вот все, про которых я вначале говорил, что чума на оба ваши дома, вот они все и проиграли на самом деле. А там дальше уже, конечно, там начинаются тонкости. То есть, есть просто люди, вот как я, которые хотят, чтобы в стране было хорошо. Есть люди, которые ангажированы, там вот они там про-демократические, про-республиканские, даем всем Бог здоровья. Но как бы я нет, я... Вот, соответственно, каждая сторона, значит, она смотрит, куда, чего. Скажем, был бы Ромни сейчас, вот не 4 года назад, а вот сейчас, я бы за Ромни голосовал, я бы не стал голосовать за Клинтон. Хотя бы там человек приличный, понимаете? Поэтому он бы ее сейчас разбил просто, как я не знаю, на голову. Но в общем даже голосование, речь идет в данном случае об общем. Поэтому я как бы спокойно могу за республиканца голосовать, мне несложно. Там демократ, без разницы, человек приличный был бы. Так вот, осмысляют. А я смотрю, думаю, надо же ребятам что-то рассказать, вот как происходит. Ну и некоторые там кричат, некоторые ругаются, некоторые говорят, что вот они все знали, а вот их не послушали. Там, ну это как всегда, вы понимаете, о чем речь. Но вот сегодня я прочитал одну заметочку, причем это даже не американский человек писал, а откуда-то. Еще. Но... Из Европы откуда-то. На хорошем английском очень здорово пишет. И вот меня зацепило то, что он сказал. Я подумал, что надо вам рассказать это все. Потому что это пересекается очень с моими прежними представлениями о Клинтон. Я вам когда-то рассказывал, что в 1993 году, а я уже здесь был,
когда избрали Билла Клинтона, точнее, избрали в 92-м, но заступил он в январе 93-го. И у него был мандат абсолютный на проведение реформы здравоохранения. Вот то, что сегодня вот этот Обамакер, который вот всем глотку перерезал. Вот был мандат. Был президент, демократ, были две палаты. Обе палаты были демократические, большинство имели. Вот как сейчас у Трампа будет, да, значит, две палаты с большинством. И президент, все, так сказать, с одной партии. И он поручил своей бабе, вот этой Клинтонше, то есть человек, который никто никогда не выбирал, никто никуда не назначал. Она вообще никто, она была руководителем адвокатской такой юридической конторы. Ну вот жена, да, там, ну хорошо, адвокат. И у мужа, который был губернатором там несколько лет, несколько раз он избирался, там, по-моему, 3 раза губернатором Арканзаса, до этого он там был attorney general, генеральный прокурор, так что какая. В общем, вот и она была руководителем юридической конторы, ничего больше. И вот он ее ставит, значит, проводить эту самую реформу здравоохранения. То есть в демократической партии не нашлось людей, понимаете, там вот сколько народу было, не нашлось. Вот он ее ставит. И она уже тогда имела вот ту самую проблему, которая имеет сейчас. Проблема не ушла, хотя прошло уже 25 лет. Эта проблема, она заносчивая. Она заносчивая, она никого не слышит. Она такая гордая, с понтами. И дальше она перессорилась со всеми демократами, которые, казалось бы, должны были ее поддерживать, но это люди живые, понимаете, с ними надо как с людьми. А эти, которые там из Гарвардов и Йейлов там и так далее, они вот привыкли смотреть на там 3 сантиметра выше головы, когда с человеком разговаривают. И вот она, как сказать, человек, который не умеет с людьми разговаривать. Конечно, она после этого была министром иностранных дел, да, госсекретарем. 4 года – это невероятная школа жизни. Она была 2 срока сенатором и очень успешным сенатором от Нью-Йорка. И, казалось бы, должна была бы научиться слушать людей. Потом, если мы задумаемся над тем, что такое вообще политик, политик – это человек, который ушки на макушке, который слушает, слышит. Если ты не слышишь и не слушаешь, как ты можешь быть политиком? Который тенденции улавливает, знаете, вовремя должен подсуетиться тут и там. Это политик. Значит, что мы имеем здесь? Мы имеем здесь совершенно противоположное такое. И это, в этом состоит как бы основная, сущностная, так сказать, сторона элиты. Во всяком случае, если мы сейчас про демократическую говорим, да, давайте про них. Они не слышат, они не слушают, они абсолютно уверены в собственной правоте. И вот тут вот очень интересное место. Те, кто с ними не согласны, те уроды. Только урод может не быть с ними согласен. Настоящий урод. И вот это их философия. И был момент в этой избирательной кампании, он так как-то прошел вроде, ну, мельком прошел. Клинтон публично назвала тех, кто поддерживает Трампа, deplorables. Deplorables – это... Вот знаете, вот мусорный бак, да, вот этот, там, basket of deplorable, вот этот мусорный бак, вот это бросаешь то, чего, ну, не нужно. То есть это нельзя исправить, это не имеет никакой ценности. Вот такой шлаки такие, понимаете? У меня нет хорошего русского слова, так вот прямо как перевод, но вот я по смыслу пытаюсь объяснить. Вот такие шлаки. И... Она тут же извинилась, буквально на следующий день там она, ну, так что-то она сказала такое. И ей на самом деле даже это не, ну так это упоминалось, но ей не припомнили сильно, но так. Но это на самом деле очень интересно показывает, как прошла вся избирательная кампания у демократов. Вот кто с нами не согласен, те уроды, козлы, сволочь, шлак. Мы можем глянуть даже, вот, например, на президента Обаму, который уже все-таки 8 лет президент, да, но уже мог бы чему-то научиться. Конечно, он заступил на должность, будучи абсолютно нулевым, но и он по природе такой более душевный, более такой харизматичный, чем Клинтон, тут даже сравнить нельзя. И он, несмотря на все, что он тут натворил, он все равно достаточно популярный. Хотя вот, как Светлана сегодня говорит, ну, в конце концов, говорит, ну, не любили мы Обаму, ну, будем не любить Трампа. Говорит, ну, что такое, что произошло?
Вот. Так вот, Обама. Тоже интересная особенность. Вроде бы он не принадлежит к элитам. Не то, что он 30 лет там и ему в этих кругах крутится, как, например, Клинтон. Нет. Но и он тоже не слышит и не слушает. То есть он, может быть, скажет, он, может быть, лицо такое сделает. Но они не слышат и не слушают. Вот им говорят, Обамакер имеет проблему. Он не слышит и не слушает. Он не понимает, что есть проблема. Вот почему они фундаментально... Не то, что так, как когда я переверну камеру от солнышка. Не то, чтобы они фундаментально проиграли там республиканцам, они на волоске проиграли, но они фундаментально ухудшили свои позиции, которые были, например, у Обамы там 4 года назад, когда он с Митом Ромни. Да? Мит Ромни разгромил бы Клинтон к чертовой матери. Они свои позиции не сделали лучше. Они могли бы слышать, они могли бы слушать, они могли бы на то, что говорит Трамп, возразить авторитетно, солидно, предложить какую-то альтернативу, а они вместо того, чтобы сказать, вот есть проблема, давайте обсудим, давайте услышим, давайте что-то сделаем, они говорят, так это deplorables, а что с ними говорить? И вот Обама никогда, вот эти люди никогда не признают ошибок, это просто какие-то феномены, понимаете? Обама никогда не сказал, у меня тут проблема, у меня там проблема. Ему когда говорят, вот тут проблема или там проблема, он говорит, нет проблемы. Нет проблемы. Обама, который на следующий день, там через 2 дня после выборов, он не собрал 85% голосов, но у него approval рейтинг был где-то вот 85%. А спустя там пару месяцев, когда он заступил на должность, вот в первый день, когда он заступил на должность, у него approval рейтинг был 65%. То есть даже люди, голосовавшие там за Маккейна, они желали ему успеха, симпатизировали и так далее. И сейчас он считается очень успешным президентом. У него сейчас 52, понимаете? Вот, могло быть 41, но бывало и ниже. Он сейчас вот в сравнении с этими как-то лучше стал смотреться. Но что я хочу сказать? Вот был человек, у него был кредит доверия. Обама – это тот же самый Трамп. Но 8-летней давности он пришел. И он кричал «change, change». Это был популист, который не сказал ничего из того, что он реально может сделать. Такого, что вот это взял и реально сделал. Он сделал свой этот Обамакер, он сделал. Это просто уже слов нет, как он его сделал. То есть, чтоб наши враги так жили, понимаете, как этот Обамакер у него получился. И, конечно, ему тяжело пришлось, там был кризис. Он должен был надалживать много денег, чтобы вытащить страну из этого кризиса. Это то же самое, что сделал бы на его месте, например, там, любой другой президент, потому что другого выхода не было. Не то, что он виноват, что долг вырос там сильно, это не его вина, это любой человек так. Но просто я к чему говорю, был кредит доверия колоссальный. Как же он использовал это? Да никак не использовал, профукал. Профукал, потому что не в состоянии ни слушать, ни слышать. Вот это политическая дворняга, беспородная. Но посмотрите на породистых. Посмотрите на породистых, которые тоже ничего не слышат и ничего не слушают. И которых 30 лет жизни политической не научили ни слышать, ни слушать. Мы вчера вот как раз с Александром Лобком... Ну там, правда, речь не шла о политической жизни, речь шла о том, что почему люди в депрессию попадают. Потому что человек живет, а никто не слышит его. Вот он с женой, с друзьями, близкие люди. Они не слышат, они не слушают. У него проблема. Он говорит, ой, да плюнь ты на это дело, всем бы твои проблемы. Он докричаться не может. И вот эта власть, которая у нас есть, вот эти элиты политические, абсолютно, они даже не то что глухие, они дебильные. Если бы они не были дебильными, ну, в хорошем смысле, они бы понимали, что слушать надо. Они даже не понимают, что слушать надо, понимаете? У них не хватает интеллекта, чтобы сказать себе, надо слушать, надо слышать, надо соображать. У них создается ощущение, что вот как они захотят, вот так народ и будет думать. У них такое вот, как будто они в Кремле работают, а не в Белом доме, понимаете? Что вот сейчас раз там жахнули там, из одного информационного канала, там вот одна, а как будто партии не две, а одна, как будто... Ну вот, понимаете...
Вот такое ощущение, на них смотришь, вот, прям как кремлевские. Думаешь, сейчас мы всех зазомбируем. Нет, не получается. И вот, когда результаты выборов настолько близки, ну, действительно, вот что там мы смотрим, в общих выборах победила Клинтон. Немножко там, не знаю, 0,3% у нее пока больше голосов. И разрыв увеличивается по мере того, как голоса подсчитывают. Значит, перевес Клинтон увеличивается, когда вот это только-только произошло утром в среду. Да, сейчас пятница утром. Вот в среду утром она была в отрыве на там 150 тысяч, а сейчас уже больше 300. Так вот, к чему я говорю, что очень близко все. Значит, в общем зачете победила Клинтон. Трамп победил ее в нескольких штатах, которые дали ему возможность стать президентом, но как победил? Во Флориде там процент, ну там 1,3%, чуть-чуть. В Пенсильвании там чуть-чуть. Но он еще не победил там в Мишигане, но близко к тому. Значит, ну тоже на волоске. Вот вся эта победа там буквально стоит на трех волосках. И сказать, что кто-то реально победил, я даже не знаю, ну, кто победил. Но можно сказать, что победил народ. Вот я победил, вот такие, как я, победили. Вы можете сказать, ну, ты же за Клинтон голосовал. Это мелочь. Это мелочь. По большому счету, то, что произошло, может быть, даже и лучше. Потому что, вот для таких, как я, может быть, лучше. Потому что, чтобы эти вот отмороженные наверху слушать начали и соображать, что надо что-то делать. С точки зрения... Да, еще одну вещь я вам скажу, которая сейчас приходит ко мне в голову. Значит, конечно, по последствиям, продолжительным последствиям, Brexit для англичан намного болезненнее, ну, не болезненнее, намного серьезнее, чем вот то, что произошло сегодня, вот этот вот трампец, да, вот этот, который произошел в Соединенных Штатах, потому что в Англии это надолго. То есть, если ты вышел из ЕС, да, это надолго. Но, а здесь у нас это даже не 4 года, а всего лишь 2. Потому что через 2 года демократы, если вдруг они поймут вообще, на каком свете живут, это непонятно, что они там поймут. Это абсолютно непонятно, но у них есть шанс, наконец, понять что-то. Предложить что-то, на каком свете они, задуматься. Вот. И тогда они через 2 года уже могут там иметь и палату представителей, и сенат, и Трамп окажется, ну, просто парализован полностью, если они захотят. Он и сейчас не так много может. Мы сейчас подойдем к этому. Но все-таки, значит, о чем я на ходу рассказываю, мне так надо удерживать фокус. Возвращаемся к Брекзиту и к Трампицу. Значит, одна была циферка такая среди всех этих статистик, многочисленных, одна, которая меня зацепила. И это делает вот этот Трампец похожим сильно на Брекзит. В Великобритании молодежь голосовала за то, чтобы остаться в Европе. Молодежь ассоциирует себя с Европой. Будущее страны ассоциирует себя с Европой. Там даже был разговор, не знаю, чем кончилось, что Франция и Германия говорят, надо предложить гражданство свое, французское или немецкое, тем, кто хочет остаться в Европе, и англичанам, чтобы они могли остаться, те, кто хочет, и иметь все, так сказать, бенефиты этого дела. Так вот, в Соединенных Штатах будущее страны голосовало против Трампа. Я не говорю за Клинтон, слово не надо, это неприлично, но голосовало против Трампа. Значит, у него данные, его результаты намного хуже среди людей моложе 45 лет. А лучше у него результаты среди тех, кто старше 45 и особенно старше 65. Вот эти. Поэтому как бы, ну вот есть о чем подумать, как бы так мы скажем.
Значит, казалось бы, у них теперь и у республиканцев есть шанс какой-то, да, показать что-то, что они что-то могут, но они в более сложном положении, я считаю, чем демократы. Как выигравшая сторона, они в более сложном положении, потому что фактически республиканская элита должна из себя какую-то часть вытащить, которая будет работать с Трампом. И Трамп, как, в отличие от Сандерса, который не является частью элит, он так как бы, ну, конечно, он там сенатор, но не больше того. А вот, значит, Трамп, он часть этих элит, против которых вроде бы народ голосовал. То есть они голосовали против политических элит. Он как бы с другой стороны, но он все равно часть этих элит. Он не аутсайдер, вот как, например, Сандерс. И я... Трудно себе представить, что можно быть президентом Соединенных Штатов и как-то игнорировать элиты, или разогнать эти элиты, или заменить эти элиты на кого-то еще. Это невозможно. У него таких полномочий нет. Теперь мы вернемся, пару слов, значит, к тем возможностям, которые есть у Трампа как президента по изменению законов и так далее. Значит, первое. Без демократов принимать законы они не могут, потому что у них нет 60% в Сенате и Палате представителей. Только 60% позволяют им блокировать саботаж. Это называется филибастер, если кому-то интересно. Вот я рассказывал уже пару раз, но... Значит, блокировать филибастер со стороны демократов, таким образом надо либо договариваться, то есть это должно быть что-то такое, что, ну, как бы не сильно... ортодоксальная в их, так сказать, программе. Ну, скажем, например, вот хороший пример. Демократы говорят, мы можем обсуждать, сегодня, уже сейчас говорят, мы можем обсуждать, как менять, улучшать Обамакер, но мы не будем с вами сотрудничать по вопросу отмены Обамакера, это мы не интересуемся. И отменить Обамакер, как закон, Трамп не сможет. Но... Есть такая практика, значит, когда идет финансирование, когда составляется бюджет, то для того, чтобы принять бюджет, не нужно 60%. Да? Для бюджета достаточно одного голоса. То есть простое большинство позволяет принять бюджет. Поэтому, что они делают вместо этого? Допустим, в Обамакере есть много положений, которые требуют финансирования, скажем, субсидии туда, там, еще что-то. Они в бюджет просто это выкинут из бюджета, и у них достаточно большинства, чтобы пропустить свой бюджет. Но в Обамакере есть много такого, чего, например, бюджетом отменить никак нельзя. Например, там есть, ну, для примера, такое, что если молодые люди хотят быть застрахованы под полисом своих родителей, страховым полисом, раньше это можно было до 21 года, по-моему, или я боюсь соврать, там, ну, допустим, пусть будет 21, для примера, вот, то сейчас можно до 26, по Обамакеру, можно до 26, вот это отменить нельзя. Поэтому, с точки зрения последствий для Соединенных Штатов, для законов, там, для всех этих дел, даже при таком Конгрессе, как сейчас, руки у него, в общем-то, в значительной степени связаны, и... Я только боюсь, как бы это не дошло снова для поиска ведьм, и там, что демократы виноваты, пресса виновата, еще кто-то виноват. Сейчас он обвиняет прессу, что это она, там демонстрации молодежи, которые проходят, там молодняк в основном, то есть вот этот Трамп не мой президент, там не Трамп, это не мой президент, вот они ходят, там демонстрации в разных местах, это молодняк ходит. Молодняк в ужасе, понимаете, потому что у них отбирают будущее, вот у них такое ощущение, что у них отбирают будущее. Но, во всяком случае, я не видел, вот я же там читаю разные источники, я не видел, чтобы где-то кто-то кого-то подталкивал на какие-то там эти протесты и так далее. Я думаю, что было бы гораздо мудрее, да, обратиться к этим людям не как к deplorables очередным, понимаете, что он говорит, да, вот это какой-то трэш, которые там средства массовой информации могут вывести на улицу. Это не трэш, это будущее страны, это молодежь. Поэтому и молодежь всегда более либеральная, чем люди постарше, это нормально. То есть, если ты президент для всей страны, обратись к ним. Услышь. Ну, ты же бизнесмен, услышь. Вот, и мы не видим сегодня
мы не видим пока. Я очень надеюсь, что он как-то подрастет и что-то такое произойдет. Ну, в общем, посмотрим. Так что вот такие как бы идут обсуждения. И я для вас просто подсобрал то, что меня лично там зацепило. И как-то со своим отношением к этому, ко всему. В общем, такой у меня рассказ. Счастливо!